известный путешественник сказал. Исключительно не мы, а то, что мы делаем. Я отправилась на поиски себя и приключений. Но приключения сами нашли меня. Тяжелые минуты, когда жизнь проносится перед глазами, мы находим то, что нас поддерживает. То, что придает нам сил. Ну что ж, ребята, всем привет! Думаю, вы уже поняли, многие поняли, что это за игра. Короче, ребята, буду теперь снимать по этой вот игруле. Сверху вон там какая-то фигня. Я не знаю, это походу вот те, кто разбились. Не знаю, даже не знаю. Ух ты! Ты здесь. Так, стоп, давайте немножко увеличим громкость речи. Так, громкость речи и звуков. Вот так вот, музыку... Так, стоп, голосового чата. Ну ладно, окей. Музыку можно вообще вот так вот сделать, как бы смысла от нее большого нету. Ну что ж. Ну что? Нихрена себе. Вот это да. Вот это да, ребята. Все, завалили нахрен эту девчонку. Куда-то тащат. Какие-то черепа у нас там находятся. Ну и чё? Отлично вообще. Ну все, хана. Ого, да, красота, красота. Ну что ж, начнем, посмотрим, что он. Ух ты, ё-моё. Чё за херня? Ну-ка, ну-ка. Ну давай, что? Начинаем, нет. Чё делать? Оба-на. Так, и чё? А, чё-то вся в крови он какая-то. Чё с ней было, интересно? И чё с ней будет? Вот это ещё больше, более интересно. Так. Ну посмотрим. Сможем ли мы отсюда спастись, или же нас какой-нибудь там раз завалит? Я уже так как играл немножко... Вот, буквально вот это вот, так как раскачался, тут упал и как-то закончил нахрен, потому что жесть уже. Не ори. Не ори, говорю. Кстати, смотрите, как она прикольно башкой бьется об эту вон фигню. Вниз тебе нужно, всем вниз нужно, так. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Вашу мать. Не боись, не умрешь. Так. Мне будет больно. Чего больно? Ты чё? А, ни хрена. Я понял, что она хочет сделать. Она сейчас загорится туда. Да. Красота. Ни хрена себе. Так, ладно. Я думаю, она сдохнет.
Так, чё? А, нажимайте, чтобы тянуть. Окей, давай. Охо-хо. Так, ладно. Ну, честно сказать, неплохо. Ребят, серьезно. Игра неплохая, игра мне понравилась. Она по костям буквально ходит, спотыкается. Иди ты давай, дура, блин, чё ты? Иди давай. Блин, а. Нет. Ого. Распяли чувака, или это девушка. Где это я? Да. Хрен знает, но... Вот это вот... Особи не поза... Так, чё? О, факел. Опа-на, чё? Ага, возьмем. Получено новое снаряжение. Отлично, факел. Так. Ага. Ох, так, а, нельзя идти, что? Нормально, все, давай, пошли. То, блин. Так, я слышу какие-то там звуки, походу, там люди. Вдруг он услышит. А. Так, нажмите Q, чтобы осмотреть окрестности. Ну давай, чё. Так, как что-то белым говорит. Стоп, это поджиг. А, стоп, чё? А, чтобы прыгнуть и ухватиться, нажмите Space. Так, стоять. Что-то связано вот с этим говном. Так, я. Какого черта ты ч. Это. Шума, да. Так, стоп. А вот там вот у нас бочка. И бочка это взрыв. Ну как бы. Взрывная. Это значит то, что нам нужно либо. А, ясно все. Я так и думал. Я так и думал, то сейчас она что-нибудь тут учудит. Все нафиг это бомбанет. Ух! Ни хрена! Ни хрена! Влево-вправо, давай! На! Нормально! Ну, неплохо. Неплохо. Похлебал ему с ноги, съездили. Вернись. Пошел ты нахер, ё-моё, чувак. Ага. Разбежался. Нормально. Чем он может мне помочь? Он меня по-любому завалит. Он, так скажем, ну как, то ли какой-то там каннибал, то ли убийца какой-то. Хрен его знает. А смотрите, как вообще она делает рукой, там, я не знаю, там пламя, она руку проводит просто. Ей пофигу. Она не боится, чтобы у нее там, ну, то, что у нее там волосы загорятся или еще что-то. Так, сила воли, найдите выход. Ой, хорошо. Так, стоп. Ну, маячки заданий. Чтобы увидеть маячки заданий, нажмите Q. Окей, так. Ну, вот это вот... Понятно, вот это вот говно нужно как-то опять же взорвать, так как я так понимаю, вот тут вот бочка. Так, вода, вода. Там вот она потушила, значит, и здесь потушит. Так, огонь, давай. Поджигай. Она вон держится за бок, вообще просто насквозь пробила... Думаю, это вообще сейчас жесть. Это еще что такое? Это подожжем. Ё-моё. Ага. Так, что дальше? Так, вот у нас упало, то есть эта фигня ловится. Что с ней делать? Ну-ка, сейчас. Ага, все ясно, давайте. Жжем. И что дальше? Так, еще дальше, еще дальше. Вот на этой фигне-то я и замудрился. Так, я подходил вот к этой вот. Сейчас. То есть вот, толкал ее, но нихера не происходило. Так, стоять. Там открыто. Так, это. А вот это вот как связано? Бочки. Не сверх. А ну-ка, стоп. Она прыгает вообще? Прыгает, да? Так, вот это вот, смотрите. О, отлично. Вот, 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 все хорошо. Ну, наконец-то. Я как бы глянул парочку видосов вообще, как это все дело делается. Ну, так чисто, чтобы ознакомиться с игрой. Вот, всю игру я не смотрел, как проходит. Так что, ребята, все в порядке. Так как там... Как бы все это было достаточно быстро,
Ну и чё, потушил все, и чё там? Ох, нихера. Ребят, я не знаю, слышно ли меня или нет, но, блин, такая... Опа, опыт дали 250. Такая херня была, так бомбануло все, опа-на. Я так понимаю, здесь... здесь кучу было самолета, здесь кучу было всяких там кораблей и так далее, вашу мать. Тихо. Управлять, да? Управлять? Тихо, аккуратно. Так, ладно. Ё-моё! Фух, нормально. А, чё, ещё, да? Так. Оба-на, отлично, ребятки, всё супер. Чёрт! Щет! Блин. Первая наша смерть нас убила. Нас убила камнем. И... это жесть. Ой-ой-ой. Ладно, давайте посмотрим, что да как. Так, предположим. Пусти, ублюдок! Так, а я не понял, а чё нажимать-то нужно? Вот на этой вот теме я... Блин. Я застрял что-то сейчас. И чё, и вот как... Так, стой. Стоп. Сейчас всё мы посмотрим. Так, либо... Либо. А, все, понял. Тихо, все. Три смерти. Нас три раза завалило. Там нужно было нажать F, я снизу просто успел прочитать. По сути, ребят, извините, то, что я туплю здесь, но, блин, как-то слишком все быстро происходит, и тут нужно просто это рассмотреть, то рассмотреть. Вот, нажимайте, чтобы пнуть. Все. Ух, убили, нормально. Так, и... Оба-на! Отлично. Ой-ой-ой, стоять! А, фух, хорошо, давай. А, опять эти кнопки, значит? Ну, давай. Ё-моё! Чё за фигня? Так, стоп, полезли. Хрена она лезет, блин. Ё-моё. По сути, ребят, если бы я вот так вот увидел то, что какая-то девка вот так вот лезет вверх по воде, вы, думаю, видели, как это выглядит. Как это... Ну, вообще... Вообще, как это выглядит спереди. Ребят, это просто жесть. Я бы просто охренел, наверное. Я... посмотрел бы чё да как, ну, не знаю, посмотрел бы в эту пещеру и просто бы ее закрыл, или бы кинул что-нибудь туда, так как, блин, ну, сами понимаете, это какая-то, блин, чупакабра лезет, потом всё равно какая-то в крови, и фиг пойми, там, не узнаешь, что ж человек, не человек, ох, ни хрена. Ребят, я вижу здесь жесть просто была, здесь кучу, я так понимаю, врагов у нас будет, или союзников. Охренеть. Вы только посмотрите, сколько кораблей. Так, что, уже играть можно? Нет? А, нет еще. А, все. Так, ну что ж, за начало нам дали уже 550 опыта. Так, есть у нас что тут? Попробуем вот этим вот. Нет, воспользоваться. У нас тут ничего нету. Будем, конечно, пользоваться, я думаю. Ой-ой, не падай. Тише. Так, чего ты? Шлюпка. Все, плывем отсюда. Ну где же все? Охренен. Ну ем, куда эти все? Плыви одна. А, вот. Дерево. Я надеюсь, мы не упадем. Ну что, полезли, не? Полезли. Окей. Давай, лезь. Тихо, мать твою. Опа. Чё, боже, ползи давай, сейчас замочит нас. По-любому сейчас свалимся куда-нибудь. Фу, нормально. Все в порядке. Хоть что-то прошли, ребята, хоть что-то прошли. Уже есть тема, то, что мы здесь выживем. Опа.
Вообще, мне чувак посоветовал эту игру. Огромное ему спасибо. Что? Так что, ребята, ё-моё. О, это русский? Смотрите, звезда это. Кажись, русский хер знает вообще. Фиг знает, что здесь напишут, серьезно. То есть тут всякого говна мог... Так, тихо. Е, блин, тихо, ё-моё. Так, все. Ага, вот. Ну, в принципе, это как в обычных играх, как в обычных стрелялках. Типа там давай. Это... А, так, право, спейс. Ой-ой-ой! Е-е-е! Фу, ё-моё. Эй-ей-ей, тихо. Нормально, лицом грязь. Нет, игрушка вообще, ребят, отличная. Всем советую, серьезная игра, просто фантастическая. Не знаю, в каком она году, по-моему, в 2013, что ли, она вышла. Фиг знает. Я в этом еще не разбирался, я чисто так, стоп. Подъем по стенам, нажмите Space в прыжке, чтобы забраться... Что-то там, подъем по стенам, что-то Space, все дела. Ну, то есть, примерно вот так вот, да? Окей, так. Да ну нахер, где я? Где рюкзак твоего Сэмми? Ну и чё, давай. Какая-то сумка здесь, блин. Ну ладно. Сэмми учитель, я так понял, да? У него как раз такой. Чё она делает? Она даже не открыла его. А, вот. А, она даже просто его не открыла, сразу же что-то начала делать. Так, спички она взяла. Камеру. Рация! Рот! Фига себе. Меня слышит? Вот это да. Взяла рацию, взяла спички, хорошо. Взяла камеру. Да все. У нее все есть. Держись, дура, держись! Куда ты, блин? Ни хрена! Ни хрена себе! Она по-любому сейчас вот ничего не сломала. Ничего не, ну не. А просто бронированная чё. Само собой. Терминатор, ё-мо. Серьезно, просто упала с такой высоты, там, я не знаю. Перелетела хер знать как. И жива осталась. Ничего даже не сломала, ничего даже не ушибло. Не ушибло, как-то вообще пофигу ей на тем. Так, куда мы пришли? А пришли мы, я вам скажу. Фиг знает. А, какой-то костер, какой-то какая-то палатка. Никого нет. Они тут были, да? Ну понятно, попить надо, само собой. Ну и что? Музыка какая-то такая. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Что-то такое ощущение, то что там шаман сверху херачит. Ответьте. Ну-ка. Никого нету. Все сбежали нахрен. Всех убили. Волки сожрали, наверное. Куда ты убежала, дура? Ага, а, все нормально, то есть она. Костер делает. Так, ну и что? Одна спичка? Сгорится ли? О, отлично. Все, у нее нету спичек и придется ей костер это поддерживать. Ого-го, как долго. Хотя не факт, может она найдет какую-нибудь фигню. Не знаю. Ну чё? Всё, да? Всё? Хан. Оба-на. Не. Рация не отвечает, никого, по-моему, нету. То ли их всех убили уже, то ли еще что-то случилось. Фиг знает. О, что ж, давайте посмотрим заставку, что она будет делать. Чем она будет вообще заниматься. Так, взяла камеру. И по-любому что-то будет либо снимать, либо смотреть. Мало ли там какие-нибудь интересные штуки, то, что их там убивают. Ага, вот. Знакомьтесь, перед вами будущее светило мировой археологии Лара Крофт. За работой. Сейчас она занимается поисками страны Яматай, которой правила Пимика, императрица Солнца. Она же моя прабабушка. Сэмми, это не смешно. Знаю, дорогая. Просто хочу немного разрядить обстановку. Все уже на пределе. Что тебя так напрягает? Я близка к разгадке, это точно. Но не знаю, станут ли они меня слушать. Да и надо ли меня слушать. Лара, ты прекрасно знаешь, никто не разбирается в этом лучше тебя. Я сейчас абсолютно серьезно. Я верю тебе. Рот верит.
Разве этого мало? Все, хватит, перерыв. Я хочу выпить. Окей, окей. И Сэмми, спасибо. Она не всегда такая зануда. Давай, подожди, Я несерьезно отношусь к экспедиции. Не говори так, Лара. Нас финансирует не только семья Сэмми. Я рискнул всем состоянием. Ну, мы все чем-то рискнули. Нас не будут финансировать вечно, Уитмен. И поэтому мы должны идти на восток, а не на запад. У нас нет данных. Нет данных, что Яматай так далеко на востоке. В книгах об этом ни слова. Но авторы этих книг не нашли Яматай. Я уже обсуждала это с Ротом. Нет никакого смысла идти по чужим стопам, доктор Уитмен. Я не готов поставить на карту свою репутацию. Напомню, я здесь ведущий археолог. Давно были в экспедиции без софитов и камер? У меня 30 лет опыта и 2 научные степени. А ваше дело — лодка, мистер Грим. Корабль, доктор Уитмен, корабль. И это и без степени. Слушайте, строго на востоке лежит треугольник дракона. Именно туда нам и надо. Лара, птенчик мой, я пойду за тобой хоть к черту, но там плохая энергетика. И страшные бури. Рядом с ним Бермудский треугольник — просто ерунда. Но я с вами. Легенды гласят, что императрица Пимика умела вызывать бури. А в мифах обычно есть доли истины. Что если Яматай находился прямо в треугольнике? Вот, смотрите. Спутниковые фотографии треугольника дракона. Мне это не нравится. Там вода, значит, пройдем. Неужели вы это Хватит? Серьезно? Райс права. У нас нет денег на безделье. Сейчас или никогда. Лара предлагает свежую идею и план. Я здесь капитан, и мне решать. Мы идем в треугольник дракона. Что я тут делаю? Ну что ж, ребята, как бы мы увидели то, что это крушение, так скажем, из-за вот этой вот Лары. Это, конечно, все плохо. Она тут замерзла, дождь кончился. Думаю, она костер же у нее потух там. Хотя не факт. Я не знаю. Нельзя сидеть на месте. Ладно, нужно найти пищу. Ребят, давайте на этом, наверное, закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Барон. Всем удачи и всем пока.